ходе проведения оперативных мероприятий в чердачном помещении частного домовладения, расположенного в одном из сел Воскресенского района Саратовской области, полицейскими обнаружена мини-лаборатория, в которой производились наркотические вещества. Вход в нее был тщательно замаскирован. Попасть внутрь можно было через специальный потайной люк в потолке, обнаружить который было практически невозможно. Само помещение, где производились наркотические вещества, изнутри было обшито теплоизоляционными материалами. Химические запахи выводились через установленную в крыше систему вентиляции. Таким образом, старый дом, расположенный на окраине села, не вызывал подозрений. Как и не вызывало подозрений у местных жителей ночная активность двух злоумышленников, работавших в тайной лаборатории. Обвиняемые были задержаны непосредственно в момент производства наркотических веществ. В помещении лаборатории полицейскими обнаружено изъято около 1200 граммов смеси, содержащей наркотическое вещество мефедрон, а также специальное оборудование и вспомогательные вещества, используемые в незаконном производстве. В производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении двух лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, фигурантам предъявлено обвинение и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.